На Сахалин доставили последние крупногабаритные части уникального технического сооружения магистрального угольного конвейера. Он соединит крупнейший разрез острова с портом Шахтерска. Два перегружателя, стакеры-рекламеры установят на автоматизированных складах Солнцевского угольного разреза. Еще три сейчас монтируют на площадке ВГК «Угольный терминал». Аналогов этому проекту в России нет. Абсолютно на новом месте появится новый порт. Мощность склада 2,8 миллиона тонн. Будет современная технология, три новых стакера-рекламера, вы видите, дорожки под них делаются, они уже начали собираться. 10 больших пересыпных станций, только в порту, это как финальная точка транспортной системы, которая начнется с разреза, через магистральный конвейер и придет в порт. В пути на Сахалин находится еще около 20% необходимых для завершения строительства деталей. Они прибудут на остров в ближайшие 2-3 месяца, а первый испытательный пуск магистрального угольного конвейера запланирован на третий квартал 2023 года. Конвейер – это и важный проект с точки зрения экологии. Он позволит значительно снизить нагрузку на дороги района и сократить выбросы в атмосферу.